Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мне нужно еще, ребята, подумать, каких покемонов у нас нет. Мы наконец-то словили Сандила в прошлой серии. Сейчас вот он. И словили Вубуфета в прошлой серии, потому что у нас его не было. Так, кого у нас еще нету, ребята? Давайте подумать. Вот того Сиджилифа нам нужно словить. Еще кого-то нам нужно словить, но я не помню кого. А есть ли у нас... Есть ли у нас... Чтобы не искать, мы просто заспавним, да и все. То есть мы их ловить не будем, просто нужно посмотреть. Допустим... Опа, Павниарда у нас нету. То есть я не буду ловить, ребята. Видите, я просто смотрю, есть ли он у нас или нет. Павниарда у нас нету. Нужно запомнить. Глассион. Глайгар. Вот тебя я не помню. Есть. Так, он у нас есть. То есть нам нужно Павниарда и Сиджилифа словить. А они спавнятся только ночью. Поэтому, ребята, мы только ночью туда пойдем. Сейчас нам нечего там делать. А пока нам нечего делать, мы пойдем, ребята, еще немного прокачаемся на наш остров. Где он? -800, -840, 70 000, 1412. Так, вот. Ну что, ребята, давайте-ка мы тут прокачаем. Кого мы там качали? Экзекьютора, да? Нам нужно его минимум прокачать к... Ну, 50 там, второй уровень будет офигенно. То есть можно к 50-му, да, но будет офигенно, если, например, там 52-й. То есть на две иерархии еще меньше использовать, что, в принципе, офигенно. Так. Этих тоже можно поубивать 20-й уровень, то есть... Немного опыта, конечно, но все же. Так. Еще вот ты тут. Отлично. Ну, ребят, я только хочу... Хотя... Ну, давайте попробуем. Опа, это что еще такое? Да ну нафиг. Ребят, вам нравятся эти шейдеры? Вода офигенная, и это... С этим я согласен. Вода просто нереально красивая. Но освещение... Так себе. Поэтому я, ребята, даже не знаю. То есть очень-очень как-то глаза даже режет. Не могу. Вот этот такой приятный оттенок, можно и так сказать. Так, экзекьютор. Смотрите, он уже 50 с половиной. До ночи. О. До ночи, ребята, давайте попробуем его прокачать. Ну, если успеем его прокачать к 52 уровню. До ночи. Нет, даже не до ночи, а к закату. Потому что Сиджилиф спавнится на закате. То есть ночью он тоже спавнится, но вроде на закате он больше ли шанс там или что-то такое. Поэтому нужно будет пойти и посмотреть. Еще нужно потом смотреть, когда закат. Так, где? Ну, практически. Ты ж твою ж... Так, во. Иди сюда. Отлично. Ты уже почти 52-й. Почти. Отлично. Так, где там кто-то плавал? А Райкваза же тоже на закате спавнится. Ну ладно, Райквазу это мы потом, когда постараемся словить сейчас. Не факт, что если мы туда пойдем, то она заспавнится. 100%, поэтому... Вот эти... Опять в бою вот эти. А вот этот нет, поэтому можно его убить. Вот и отлично, 52 уровень. Давайте еще и его убьем. 53 уровень. Ну, 52 уровень, нормально. То есть мы ему прокачали сколько? 4 уровня, если так подумать. Эти двое в бою. Нет.
Сейчас еще один уровень прокачаем, то есть еще на Раркенде меньше, что в принципе отлично. На одну Раркенди меньше использовать одному покемону, зато ее можно использовать кого-то на кого-то другого. Так. Пласл 53, экзекьютор 53. Какой там мамосвайн я не видел, но приблизительно, ну, 46, да, 46 он. Так, 46 уровень. Нормально. И еще мы успеем ему 53-му прокачать. Успеем. Он уже 53-й. Следующего, ребята, я не знаю, кого нам прокачивать. Алтария 40-й уровень. Конечно, ее бы тоже нужно прокачать, но она не очень такая сильная. Можно и так сказать. О, еще один уровень ей прокачать. Давайте попробуем на Интеллоса. То есть мы выучили Energy Ball. Сейчас посмотрим, сможет ли она что-то... Ну, конечно, не так, как остальные там с одного, с двух ударов, но все же лучше, чем водными атаками бить, это 100%, потому что водными она тут, ну, понятно, что ничего не сносит. А вот таких покемонов можно и не только водными. Не только Energy Ball'ом, хотя им тоже можно. Так, так, и еще раз. Ей тоже нужно прокачать, ну, до какого там, к 50 уровню более-менее будет нормально. Вот она уже 45-й. Уже уровень только что прокачали. И это только на понитах. Так. Отлично. О, а на вот этих мы еще больше опыта прокачаем. Ну, конечно, смотрите, мы убиваем с трех... Я сказал с трех ударов, а не с четырех. Во. О, Басяндра. Басяндра. Еще и красный. Сейчас посмотрим. Да, посмотрели. Давайте свамп... Точно, нам еще и свамперта нужно прокачать. Не убей. Пожалуйста, не убей. Твою. Ты справишься? Ты справишься? Отлично. 3000 опыта. О, или это у нас есть? Фиг его знает. Так. Она 45, 42-й. Алтария. Ninetales 45-й. Так. Ну, с двух-трех ударов что делать? То есть нормально, говорю. Быстрее прокачаемся тут на острове с помощью Energy Ball'а на Ninetales, чем... где-то в другом биоме обычными ударами. Так, вот 3000 опыта дал. Только что было 44-й, уже 46-й. Ну что там, ночь уже наступает. Как я вижу, потихонечку. Потихонечку. Давайте тогда еще вот этого зафигачим. 47-й. И это мы еще толком ее не прокачивали. Так. Да, практически ночь, ребята, поэтому давайте-ка мы быстренько туда тпхнемся. Какой там? Минус 6700, минус 6700, 75, минус 120, да. CG Leaf. Вот! Отлично, вот он уже тут. Где тут? Только не в земле, пожалуйста, я не хочу в землю рыться, а он не в земле, он тут. Отлично. Вот, ребята, мы его и нашли. Еще на одного покемона меньше. Level Ball. Level Ball. И если сейчас ночь, то можно пойти даже за Павниардом. Если он, конечно, там будет. Dusk Ball Level. Дайте Dusk Ball. Попробуем. Он же ночь, сейчас же ночь. Отлично, вот мы его и словили. Сейчас бы в горы куда-то. Быстренько, вот, например, сюда. Минус 5, минус 2500, нет, минус 2585. О, отлично. Это кто там? Гравеллер. Отлично.
Смотри, мы даже с вампирда ребята не качали, он уже 49 уровень, а мы его практически не качали. Мы им только боссов убивали, ну что, в принципе, много опыта дает. Так, вылечим. И Павниард. Он так пишется. Павниард, да. Павниард. Нужно искать, ребята. Его у нас действительно нету. А если нету, нужно словить. О, поперло. Вот они. Точно, у нас еще Ченси нету. А если у нас Ченси нету, то нужно ее будет словить. А у нас памятница где? В саванне. Только я не знаю, ночью или днем. Мне кажется, днем. Их, нужно себе и доскболы, ребята, купить. Потому что они как раз офигенные ночью ими ловить. Там еще босс какой-то. Отлично, словили мы, ребята, Павниарда. Это кто? Еще один Гравеллер. Все, отлично. Словили мы в этой серии кого? Павниарда и Сиджилифа. Офигенно. Там еще босс был. А вот этот где? Этот похоже... Нет, вот он. Вот он... Вот, отлично, попали. И там еще один был босс, но он уже 100% пропал. Зато двух покемонов словили, что офигенно. А вот эти бишарпы, они офигенные уровни, то есть 55 уровень. За них много опыта дает, мне так кажется. Офигеть, как много. Бишарп. Во! Где ты? Сам напал. Замечать! А ну, давайте, ребята, прокачаемся на них, что ли. С них еще и железо падает. Вот эти два дурака сейчас пока друг друга убьют. Подождем. Ребята, с них дофига опыта падает. Они 50 уровней, с них еще и железо падает. И попади. О, офигеть, как попали. 58 уровень. Так, Саблей, тебя тоже можно. Два алмазика. А их тут просто нереально большое количество спавнится, ребята. И все вот такие, 52 уровень. Это с них 3000 опыта падает. 3000 опыта это не маленько. То есть, ну, не чуть-чуть, можно сказать. Ты попадешь, нет. Вот ты зараза. Так сложно попадать, когда ты сидишь на летающем покемоне. То есть там вообще другая траектория полета. Эти дураки там еще не... Слушай, ты что, прикалываешься, что ли? Да я тебе в пузо прям кидаю. Вот, наконец-то. Офигеть. Пока попадешь, сдуреть можно. Вы там доколбасились, нет? Я не знаю, что вы там хотите. Вот он. Вот ты зараза, а. О, ладно, слазим, так уж и быть. Что делать, раз ты не хочешь попадать? Во, другое дело. Но, конечно, не Алтария. Смотрите, Найнтейлс уже 40... Уже 50 уровень. А мы убили парочку бишарпов. А, да... ща, ребята. Давайте тогда мы и так... 59-й сначала Алтарию. А потом Найнтейлса. И сейчас так еще быстрее будет, мне кажется. Там еще босс. И сразу Найнтейлса. Отлично. Вылечим. Пойдем дальше. Вот ночью офигенно вот так качаться, если честно. То есть много опыта дает на этих бишарпах. Так, Найнтейлс... не Найнтейлс, а... Алтария уже 45-й, во. Эти дураки там опять бьются, нет? Или это кто-то другой? Это кто?
Scotland Yard. Ну, они офигеть, какие большие уровни. Смотри, сколько их на карте, ребята. Прям нереально большое количество. Ботиночки нам выпали. Magikarp. Не то, что спасибо, но... За железные ботиночки мы ничего сделать не сможем. Так. Ну что? Ну, сам напал. Сколько опыта даст? Офигеть, это приблизительно, ребята, мы прокачиваемся с двух. Нифига себе. Сейчас дайте посмотреть, где он. Это он. Офигеть, как мы попали. Ребята, мы прокачиваемся. Три павниарда у нас идет как один уровень. Найнтейлс уже 51-й. Экзекьютор 54-й. Хотя мы его прекратили прокачивать на каком? Мы его прекратили прокачивать на 53-м. Ну, как бы уровень, да, немного, но все. О, это что? Что я случайно? Немного, но все же. Так, сначала давайте-ка мы еще Найнтейлса прокачаем. Попали. 52-й. Мы с трех павниардов прокачиваем уровень. Офигеть, ребята. Вот я новое место нашел для прокачки. Хотя я не знал, что это такое офигенное место. Мы с них и алюминий набиваем. Мы с них и золото... не золото, а вот это. Железо набиваем. Мы с них кучу опыта набиваем. И... Плюс к тому... Ща. Плюс к тому, ребята... Их тут очень большое количество. Так, ща. Алтария первая. Вот так мы Алтарию прокачаем где-то к 50 уровню. Будет замечательно, если прокачаем. Так, вот там у нас еще есть... Найнтейлс 53-й. Пласл у нас был 53. Третий уже 55-й. Не попали. Попали. Так. Ну что, ребята? А, все, они уже не спавнятся. Вроде не спавнятся, потому что их очень мало стало. А, нет, вот там еще есть. Ну как бы смотрите, они уже сейчас утро, поэтому... Поэтому спавн сейчас урежется, так как они только ночью спавнятся. И еще вот так. Вылечим. И еще одного убьем, если успеем. Успеем. И там еще один. 56 уровень. Офигеть. Вот прям точка офигенная, ребята. Вот тут качаться нужно на павниардах. Очень много опыта, прям нереально много опыта дает, ребята. Еще Найнтейлсом сейчас. Вот. Там еще один пойдем, почему бы не убить, если там столько опыта дает. Сейчас, смотрите. Свамперд уже 51-й, хотя мы его, ребята, даже не качали. Мы его даже не качали. Но он уже 51 уровень. То, что Мамосвайн 47-й, ну, в принципе, мы его тоже еще не качали, но он уже 47-й. И Алтария 47-я, хотя мы ее тоже не качали. Ну, вот так мы, конечно, ее выкидываем. Давайте посчитаем, сколько нам нужно Раркень. О, так, сейчас еще вот его убьем. А он что ли днем спавнится? А он даже днем спавнится. Мне так кажется. Вот вы, чудаки, вы опять там деретесь. Саблей. Не-не-не, не умирай, я тебя спасу. Не надо благодарить. Так. Чудаки. Вас ждать. Ребята, Бишарпе даже днем спавнится, как я заметил. А почему тогда написано, где я читал, что только ночью? Непонятно. Мы ждем. Мы ждем. Мы продолжаем ждать. Быстрее. Отлично. Я тебя спасу. Я тебя спасу. Тоже. Найнтейлс 54-й.
Так, а где вот эти двое? Экзекьютор, мама свайн. Они нереально были. То есть, да офигеть, ребята, это еще лучшая точка, чем на острове. Да, на острове как бы все покучнее, там больше покемонов, но там покемоны от 35-го к 49-му, к 48-му. А тут, ребята, от 50-го к 60-му. Это, наверное, самые большие покемоны, которые только есть. То есть, самые большие уровни покемонов, которые только есть. А все, вы уже не спамитесь? Или вы только ночью спамитесь? Типа на закате, ночью и на рассвете. А самим днем нет, потому что как раз сейчас, можно сказать, середина дня. Да, походу они уже, ребята, не спамятся, потому что если бы спамились, было еще бы больше количества. Так, ладно. Там у нас лес. Отличная точка, ребята. Нужно будет тут даже прокачиваться. А у нас уже еды нету, а? Ты ж, нужно сейчас будет за едой сбегать. Давайте посчитаем, ребята. Nintels Plus Executor нам нужно 16 Rare Candy, Swampert 9. Это нам нужно... сколько там? Это нам нужно 16.25. Потом Altaria 12, это нам нужно 37. Потом еще 12, это нам нужно 49, получается, да? Как раз у нас уже хватит. Вроде кажется, что они уже такие, знаете, 50-е, 55-е уровни, 51-е, 48-е. А если все суммировать, сколько там еще нужно всех прокачать, то вообще получается, что нам еще стак вот этих нужен конфет. Хотя кажется, что они уже прям уже сейчас до 60-го дойдут, но еще им много нужно прокачать. Стак конфет — это не маленький, не очень маленькая конфет, да, то есть... Офигеть, как много. Иви мы вряд ли найдем. Хотя... Вот давайте в тот лес. Где он? Да, в этот. Или мы оттуда вернулись? Нет. Сервайн. Нет, идем сюда, ребята. Наверное, в следующей серии мы уже прокачаем эту команду. Вы уже можете писать в описании... каких покемонов вы хотите в команду. Я уже приблизительно знаю, каких вы будете хотеть, да? Это у нас получается Ларвеста огненный, да? Ну, это только Ларвеста, остальных я не знаю. Кто там у нас электрический? Кто у нас есть? Майнун. Так, как Пласл есть, да, еще точно такой же. Ну, не точно такой же, но в общем Майнун есть. Шайни Пачирису у нас есть, точно. Так, кто же у нас есть еще? Эмолга у нас есть. Вот ты зараза, быстрая. Ладно, иди ты. Да не хотел я на тебя нападать. И ты тоже. Ну не нападай ты на меня. Ну так ты крутишься прям. Ну ладно, нападай. Так. Свампер. И все, вроде больше у нас даже электрических нету. Больше. То есть у нас осталось 1, 2, 3, 3 электрических. И Волторб, точно. Мы же словили Волторба, которого у нас не было. 4 электрических получается. Да. Поэтому, ребята, вот, 4 электрических. Травяные у нас есть Одиш. То есть мы его можем еще эволюционировать с помощью солнечного камня, его другую эволюцию. Больше я не знаю, кто у нас есть. Но кто-то еще должен быть. Кто-то еще... Не помню кто, но еще кто-то 100% должен быть. Сейчас мы как раз пойдем домой и посмотрим. Так. Нет, сначала пойдем еду возьмем, а то у нас кончается потихоньку. Не кончается, а уже закончилось. Никто не потоптал. Любители тут есть всякие. Так, тут я помню, вот и вот мы поставили. Электрических и не электрических, а травяных я больше не помню, ребята, кто у нас есть. Ну, Одиш у нас есть, это я знаю больше.
Не знаю. С летающих у нас есть еще шайни фиров, но мы уже прокачали отдельного шайни, отдельного фирова. Я не знаю, есть ли смысл сейчас еще и шайни фирова брать. Ладно, у нас же также шайни кто-то меганиум есть, но я не вижу смысла его опять прокачивать. Можно его заменить на предыдущего, но я не вижу смысла его прокачивать, так как мы уже одного прокачали, это просто шайни. Можно просто заменить, да, то есть взять обычного и поставить шайни на его место. Больше я не знаю. Ребят, сейчас пойдем быстренько посмотрим, кто у нас есть, чтобы уже приблизительно знать, кого мы возьмем в следующую команду. Ну, вы тоже можете писать в комментарии, кого вы хотите. Но я думаю, что Ларвесту мы возьмем как огненного. Потом электрического, наверное, шайни по Черису. Потом вот этого тройного вот Одиша, наверное, возьмем. Потому что больше у нас никого нету. Кто у нас еще тут есть травяной? Это кто у нас? Клефери. Вот Глайскор. Я его искал. Глайгер. Я его искал. Бакбузин. Кто тогда еще есть у нас? Это кто? Бакфлайнг. А, точно, у нас есть еще вроде травяные, еще я посмотрю. Где, я не помню. Это кто у нас? Должен. Свадл. Ну, нужно Сулозиса словить, а не Должена. Мне так кажется. Свадл. Вот, еще один есть травяной. Кто еще есть? О, Беллспроут, точно, ребят, у нас еще и Беллспроут есть. У нас еще кто-то там должен быть. Я помню, там еще кто-то был, но и... как он называется? Сейчас, это кто? Нет. Не этот, а... как он называется и где он? Сейчас, ребята, я поищу. Не вижу. А он у нас вообще есть? Так, вот. Ледиба. Нет, не Ледиба. Как он там называется? Точнее, не как он называется, а где он? Потому что я помню, он у нас был. И был Шайни. Нет, не вот этот Анжел, но это, в принципе, тоже травяной. Че, ребята, я помню, он у нас был, я не помню, как он там называется, но я помню, он... О, вот он. Но это нет, это... Это тоже... Жук, так. И все, в принципе, больше у нас нету никого. У нас есть кто там... Танжела... У нас есть... Я уже опять забыл, кто у нас есть. Ладно, это более-менее у нас еще так 2-3 есть. Потом у нас идет водный. Водный, например, вот Вайлмер. Нормально, это тот кит, да, большой. Водных у нас есть еще. Тот же Поливак. И у нас уже есть Шайни Поливерл, как раз офигенно, потому что Шайни Поливерл мы его обычно эволюционируем, то есть с помощью камня, а второго вот этого, извиняюсь, а второго Поливага мы эволюционируем как бы с помощью обмена в его другую эволюцию. Ну, еще есть так, то есть еще парочка есть у нас. Летающего. То, что летающего у нас нету, я не знаю, как мы будем летать. И как мы будем быстро передвигаться. То, что Фиров остался, все, больше у нас нету никого. А дополнительного я не знаю. Дополнительных у нас куча, мы можем брать любого. Вот Манчлакса возьмем, или, например, там, Глейгора, или вот Кофинга возьмем. Голет, точно, Голет. Земляной и... Нормально, мы на нем можем летать вроде... На галете. Все, ребята, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, не забываем, что там еще один покемон босс. Нужно еще его убить. Сейчас мы быстренько его
Прищучим, где ты там, рыбочка? Гулдин. Ща мы тебя. Я не знаю, кем, но... Если бы я еще видел, где ты в темноте. Вот. Нет, не ты. Не ты, а вот ты. О, отлично. Так. А убили. Домой опять. Лень бежать, да. Очень далеко бежать. Ну все, ребята, давайте на этом заканчивать. Не заб... В следующей серии мы уже прокачаем нашу команду и возьмем следующую. Пишите, ребята, какую команду вы хотите. Не забываем, если наберем 120 лайков на этой серии, то следующая серия выйдет в 7 часов по Москве. Еще сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.